Может ли настоящая морская волчица... Мне просто нравится. Влюбиться в интеллигента из большого города? Вы думаете, что я еще один умник, который повсюду сует свой нос? Может! На все 100! Ее только надо немного подтолкнуть. Колесо спустило. Оно как будто прокушено. Он никогда раньше себя так не вел. Милый морской котик, 1 июня, 18:00, премьера на телеканале «Детский».